Так, привет, Виталий. Привет. Ну а как ты решил вообще заняться автозвуком, расскажи. Это было давно, у меня еще была восьмерка. Купил восьмерку, там стоял Macau Device Fires 25. Uh-huh. Питался от Mystery 275. Как бы слушал, нравилось. В дальнейшем захотелось сильнее. Ну как обычно, затянуло. Да, да, да. Ну расскажи теперь, что у тебя в системе здесь, что творится? Как вообще все это происходит? Ну, испытания под капотом Дельта 55, угу. В багажнике запаски Дельта 150, и третий ЯГМ стоит Шоту 150. Проводка 2 КГ 35, на плюс, на минус, 2 преда. Генератор 270, ангар 51. 270 ампер? Да. Не замеряли, сколько отдает? 200. 200 ты отдает, да? Это на холостых? Нет, на 2000. Он получается, он холостую ничего не дает. То есть там 40-50 ампер у него летит. Угу. Но когда ты, то есть потребитель включаешь, он отдает. Интересно. На него получается минус на корпус. Минус на корпус и плюс 35 идет на аккумулятор. Угу. Просто не вижу я плюса что-то. Да, он там внизу, он в гофре. Все, увидел. То есть две протяжки. Да. Так, здесь у тебя на аккумуляторе две медные шины, да? И от них идут уже два... Если можно их так назвать. Два 35-х. Ну, вот, туда два внутрь, да? 35-х. А как протяжку сделал? Герметично или просто просунул? Просто просверлил, просунул, там гофру вогнал. Не видно просто отсюда. Она там, да, внизу. И две колбы, да? Угу. А вторая на что? Два плюса. Два плюса и обе колбы. Так у тебя два плюса и два минуса, да? Да, да. Угу. Ну, 70 квадратов. Все, ну, нормально. Так. Ух ты! Что это за голова? Пионер 80-й, всем известный. Угу. Ему уже 4 года, пашет, работает нормально. А это с дивонцами, да, регуляторы, да, такие? Да, в комплекте. Прикольно. Вольтаж, да, сразу на нем, да, показывает? Да, вольтаж. Температура показывается усилителя, вот 46 градусов. Прикольно, прикольно. И здесь что это за дополнительный вольтметр у тебя, для чего, расскажи? Красный идет на передний аккумулятор, ага. Нижний синий как бы питает, подключен к заднему аккумулятору, но он почему-то обманывает. Я как бы ориентируюсь вот по... Не калибровал, не пробовал калибровать? Нет. Ну ладно. Я как бы поставил еще. Пионерчик с пультом, как да? Да, расхождение в 1 вольт идет. Что-то я мут нажал нечаянно. Так, а что на фронте у тебя тут, расскажи? X6L, три пары. Три пары. И альфарды ДТшки. Угу. Двери сам делал? Да. Нормально. Скучно было, решил сделать. А что их питает, эти двери, расскажи? Питает двухканальник. А где он? EOS. Как бы SQ-шный усь питает фронт. Вот так валяется просто. Да, я его не стал прикручивать. Вот так, ребята, SQ-шный ус валяется. Давайте, чтобы вас там пукан не бомбил. Хозяин так хочет просто. EOS 65. Ага. Как бы заявка 150 ватт на канал идет. Ну, по сути... Что, он не греется? Нет, нормально. Пойдет. А пищит? Пища от Мафана. Я их, в принципе, не слышу. Ясно. Пока денег нету на усилки. Что за короб? Настройку короб хотя бы скажи. Делал на повседнев. Приезжал с ним в Краснодар. Ну, как бы настройка 33-34 Гц у него. Объем изначально был 500 литров. Я ужал, стал 450. Две трубы 250 по 40 сантиметров. Одна шпилька, да? Да, одна шпилька. И стенка верхняя одна. Что за динамики, расскажи? DevBonz 318, 2 плюс 2. Питается от DB4000.1. Ну что, в принципе, место даже под инструменты осталось. Ну, да, и огнетушитель, а, самое главное. Да, самое главное, огнетушитель есть, все безопасно. Короб прикручен, да, я так понимаю? Ну, почти. Все нормально. Не улетит, если вдруг что. Главное, что водитель... Тут у тебя получается тоже две шинки, да, небольших? Да, маленькие шинки, на плюс, на минус.
Это что за аккумулятор, ты говорил? Шота 150. Шота. Ну тут уже без предохранителей, да, я так понимаю? Да, тут напрямую все. У меня все к медным шинам подходит, и от медных шин уже распуск идет. Не переживаешь особо. Ну да, нет. Так, а дивбонс прикручен прям к коробу. Да. Нормально, нормально. Блин, ну я не знаю, что еще спросить. Больше нечего спросить. Вроде все рассказал. Мощу не мерил вообще, сколько летит на них? Нет, на них нет, не мерил. Вот на два саба не мерил. На один как бы с уся снимали 3600. На два не знаю, сколько летит. Давай замерим. Давай. Только, наверное, не здесь. Thank you.